Мы зашли в мечеть. Значит, тут такое правило. При входе в мечеть ты снимаешь обувь. Здесь везде ковры. И два этажа мужских, один третий. Коля, а мы на второй этаж женский, получается, да? Здесь второй этаж женский. Это мечеть имени матери Рамзана Кадырова, Аймани Кадыровой, вдовы Ахмата Кадырова. Значит, это уникальная мечеть в том плане, что она построена турецким архитектором. Построили ее очень быстро, за 3 года. И она в стиле хай-тек. Значит, для женщин здесь отдельный вход. Мужчины и женщины вместе молиться не могут. Мужчины внизу, женщины вверху. Пойдем сейчас посмотрим, что там внутри.